речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует, прежде всего, устав Организации Объединенных Наций. Вот многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить международное право, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины. Международное право не только про это. Во-первых, территориальная целостность гарантированно обеспечивается тех государств, которые, чьи правительства представляют весь народ, живущий на соответствующей территории. Это решение Генеральной Ассамблеи, единогласное. То, что неонацисты в Киеве после госпереворота не представляли никого, в восточной части Украины, в Новороссии, ну и в Крыму, само собой, по-моему, доказывать нельзя. Но главнее другое. Главнее то, что устав ООН требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта на Украине.